Мае вам вітанне ў дзень, які варты таго, каб выпраўляцца ў дарогу. Наш рух асэнсаваны. Значнасць яму надаюць пункты прызначэння, дзе чакаюць новыя адкрыцці, новыя знаёмствы, новыя эмоцыі ад магчымасцяў дакрануцца да рэчаў спрадвечных. Гэтым разам выпраўляемся ў фальклорную экспедыцыю за нумарам 426. Едзем наперад у мінулае поўдня Мінскай вобласці. Замяла все дорожки, все пути не проехать, не пройти, да гей-гей, гей да люля, не проехать, не пройти, не проехать, не пройти, ни лошадки провести, да гей-гей, гей да люля, ни лошадки провести. А мы дорожки да обмятем, мы проедем, мы пройдем, да гей-гей, гей да люля, мы проедем, мы пройдем, мы проедем, мы пройдем, мы лошадки проведем, да гей-гей, гей да люля, мы лошадки проведем. Мы лошадки проведем, красных девиц мы знайдем, да гей-гей, гей да люля, красных девиц мы знайдем, красных девиц мы знайдем и с собою увязем, да гей-гей, гей да люля, и с собою увязем. Наш рух па краіне, самі разумееце, гэтым разам стаўся досыць абмежаваным. Першая вёска на Любальшчыне, дзе нас чакалі, Забалач, што ў 143 кіламетрах ад сталіцы. Паслухалі тых, хто з пакалення ў пакалення захоўвае нашы традыцыі. Пасля пераадолеем колькі кіламетраў, каб заехаць у яшчэ адну любанскую вёску. Закальное, але спярша знаёмства. Сёння над даўнішняй народнай песняй будуць чараваць удзельнікі фолк-бэнда «Неруш» пад пільным наглядам нашага аранжыроўшчыка Артёма Кондратюка. Витаю вас! Оксана, привет! С радостью приветствую наших телезрителей. Сегодня в работе соответствующая сезону «Зимняя мужская песня». Именно поэтому и компанию подобрали подходящую. Ребята, привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Слышим. Вы фольк-бэнд, да? Да. Соответственно, вы поете народные песни, и подобная песня для вас не в новинку. Нет. Что скажете про сегодняшний материал? Ну, песня интересная, по-настоящему зимняя. Характерна зиме, да, нашей очень подходящая, как раз сейчас чувствуется зима на улице, снег лежит, и как раз песня об этом. Энергичная, веселая, задает настроение. Фолк-бэнд «Неруш» – проект заслуженного фольклорно-этнографичного ансамбля «Неруш», створенный у 2013 годе. Удельники национальных и международных мероприемств. Мастацкий керавник коллективу Валентина Гладкая. Что милый паливал, да пока
Жодой цвяточок до милого под окном. До милого под окном. Да расти, расти цвяточок, да расти не панывай, да расти не панывай, да люби, люби, дружочек, да люби, не забывай. По дорозе на Любань мы заехали на мясцовые блакитные озёры, хотя, на жаль, при гэтым на дворе не такие яны уже и блакитные. Так называются тутэйшие меловые карьеры. Правда, вядомая не настолько, як ваўкавыскія Мальдивы. Колись уся гэтая территория уявляла суцэльный лес, однак калі шукали у земли мел, выкопали карьеры и пачалі здобывать вапну для тутэйшага комбината будаўнічых матэрыялаў. Пазней работники трапілі на водоносный пласт, які імгненна заполнил паглыбленні ў глебе. Вода ў блакітных озерах мае такі дзівосны колер з-за наяўнасці соляў, кальция и вапны. Глыбіня водоемаў досягае ж 40 метров, аднак праграваецца ўсяго на 2, таму купацца тут небяспечна. Працягваем вандроўку па Любанскім раёне, цяпер едзем на яго ўскраек. Ад Мінска 180 кіламетраў на поўдзень, і мы ў камуне. Бавілі час у гасцінных гаспадынях з гурта «Чуткі». Пасля нас чакаюць у вёсцы «Пласток» і яшчэ пазней у «Обчыне». Туды паедзем акурат пасля таго, як зазірнем у студыю гуказапісу. Варта ўважыць і тамтэйшых гаспадароў. Нагадаю, сёння на чале з аранжыроўшчыкам Артёмам Кандрацюком нанова адраджаюць бадзёру і жыццё сцвярджальную народную песню «Хлопцы з фольк-бэнда Неруш». Ах ты, зимушка, зима, все дорожки замяла, все дорожки, все пути, не проехать, не пройти, не проехать, не пройти, ни лошадки провести, да гей-гей, да люля, ни лошадки провести. А мы дорожки обмятем, мы проедем, мы пройдем, да гей-гей, да люля, мы проедем, мы пройдем. Ребят, мы спели первый куплет. Да. Угу. Начало положено хорошее. Немножко давайте подачи, улыбки, настроения, и будет вообще огонь. Да, хорошо. Заметано. Вы уже дали не одну сотню концертов. Какой из них самый запоминающийся? Каждый по-своему значимый для нас.
Скажите, где путешествовали? Ой, много где были. И Скандинавия, Европа. В Америке были. Китай. В Китае были. Говорят еще, что вы были в Лас-Вегасе. Да, были. Были в Лас-Вегасе. А что вы конкретно там делали? Был фестиваль кино и музыки. И там мы дарили свои народные песни, в своей манере пели. А ставочку хотя бы одну сделали на удачу? Да, конечно, сделали. Никак. Ну вот, нам до сих пор везет. Пашыраць межы, пракладаючы на мапе нашых падарожжаў новыя маршруты. Збочваем з цэнтральнага гасцінца, каб зазірнуць на слаўны востраў Зыслаў, дзе зараз знаходзіцца мемарыяльны комплекс. Падчас вялікай айчыны тут дыслацыравалася адна з галоўных базаў партызанскага руху ў Мінскай вобласці. Улетку 1942 года на востраве з дапамогаю тутэйшых жыхароў усяго за месяц быў пабудаваны партызанскі аэрадром, які 22 верасня прыняў першы самалёт з вялікай зямлі. Ахоўваўся аб'ект 6 кулемётамі. Пазней на Зыславе размяшчаліся мінскія падпольныя абкамы, рэдакцыі падпольных газет «Звязда», «Чырвоная змена», «Кліч радзімы». Побач у вёсцы Загалле працавала лясная школа. Ой, выйду я за другие, ой, выйду я за
зноўку вяртаемся з колішняга падарожжа па Любаншчыне сюды ў сталічную студыю. У пластку пераконваемся, наколькі ашчадна захоўваюць здабыткі мінулага ў фальклорным калектыве «Беражніца». Ну і на дэсерт заедзем да непараўнальных павалякаў у Обчын. Гэта праграма «Максімум», а бліжэйшым часам зазірнем у студыю гуказапісу. Не варта абмінаць увагаю фольк-бэнд «Неруш», што самаадданна запісвае даўнішнюю песню ў новым абліччы на чале з аранжыроўшчыкам Артёмам Кандрацюком. Красных девиц мы знайдем и собою уведем. Гей-гей, да люля. И собою уведем. А у нас смена караула. Витя, приветствую. Здравствуйте. Как твое настроение? Настроение супер, просто отличное. Ты спел прекрасно, мне все понравилось. Единственное, что уверенней. Хорошо, я постараюсь. Чем, кроме мужского состава, ваш бэнд отличается от других проектов «Неруша»? Ну, у нас довольно-таки очень интересная компания собралась. Не только парней, но также у нас есть коллектив «Фольк-медиа «Неруш». Это поют наши девчонки, наши красавицы. А также у нас есть такой большой, я бы сказал, коллектив, который называется «Смакота». Там нужно не только слушать, но и смотреть обязательно. А что показывают? Да, все показывают. Танцы, песни, пляски, шутки, конечно же, тоже присутствуют. А у неделю рано выпала пороша, дед бабу полюбил, что баба хороша, дед бабу полюбил, что баба хороша. Одевайся, баба. Оделась бабка, о, белое белье, дед ей за ручку полю на лесее, дед ей за ручку полю на лесее. Узяв детка бабку, да и за правую ручку, и полю не пихну из моста у речку, и полю не пихну из моста у речку. Тетер бабка кайся, крыху бабку байся, а як бабка узрыне, дзеткі ёж там папіхне, а як бабка узрыне, дзеткі ёж там папіхне. Прийшоў дзед да дому, стаў Богу маліцца, ей Богу, дай дай Богу, не буду жаніцца, ей Богу, дай дай Богу, не буду жаніцца. Незважаючы на надвор'е, працягваем разблытваць клубок сціплых сцежак і ганарлівых магістраляў. Прыехалі ў вёску Замосце Слуцкага района. Менавіта тут узвышаецца касцёл Святой Барбары, пра дату будаўніцтва якога навукоўцы спрачаюцца дагэтуль. Адныя лічаць датай узвядзення 1620 год, іншыя 1649. Вонкавае аблічча храма сведчыць, што першапачаткова гэта быў кальвінскі збор. Аднак ужо ў другой палове 17 стагоддзя тут знаходзілася місія езуітаў. На працягу наступных 8 гадоў пасля ўваходу земля ў склад Расійскай імперыі у будынку касцёла дзейнічала Замоская Пакроўская праваслаўная царква. Пасля рэвалюцыі ён выкарыстоўваўся для гаспадарчых патрэбаў. Рэстаўравалі храм у 90-е мінулага стагоддзя, і касцёл змог узнавіць сваю дзейнасць.
Витя, мы завершили запись. Мне кажется, получилась песня просто огонек. Я думаю, что песня будет супер. Какие у тебя ощущения от сегодняшней проделанной работы? Ну, остается такое небольшое еще волнение, но в целом мне кажется, что мы справились очень хорошо. Я думаю, что нашим зрителям обязательно очень понравится наша песня, и мы будем в Новый год эту песню петь вместе. Обязательно будем. Что я маю вам сказать? На гэтым бадай і ўсё. Песня запісаная, нягледзячы ні на што, святочная вандроўка на поўдзень краіны таксама ў мінулым. І нам варта ацаніць вынік супольнай працы аранжыроўшчыка Артёма Кандрацюка і фольк-бэнда «Неруш». Глядзім, слухаем «Ой, зіма, зіма» і сустракаемся праз тыдзень. Паедзем ужо на поўнач нашага роднага краю. Так што далучайцеся і не забывайцеся. Усе апантаныя могуць пацікавіцца абрад і песнямі ў першасным нескарочаным варыянце на нашым YouTube-канале. Вось па гэтым адрасе. Завітвайце, я вас чакаю. Ах ты, зимушка, зима, все дорожки замяла, все дорожки, все пути, не проехать, не пройти. Не проехать, не пройти, ни лошадки провести, да гей-гей, да люля, ни лошадки провести. А мы дорожки обмятем, мы проедем, мы пройдем, да гей-гей, да люля, мы проедем, мы пройдем. Ах ты, зимушка, зима, все дорожки замяла, все дорожки, все пути. Ах ты, зимушка, зима, все дорожки замяла, все дорожки, все пути, не проехать, не пройти. Мы проедем, мы пройдем, мы лошадки проведем, да гей, гей. Зима, все дорожки замяла, все дорожки, все пути, не проехать, не пройти. Ах ты, зимушка, зима, все дорожки замяла, все дорожки, все пути, не проехать, не пройти. Это пирогок, пирогок. Кого пирогок? Працуем. Вы дали более 300 концертов? Ну, это... Что я маю вам сказать? Ничего.